за 5000 километров приехали покататься на байкальском льду. В Питере зимы нету. Вон Андрюха как катается, видно, хоккеист. Не то, что я. Ну не такой. Не то, что я. Не такой. Прям с хоккеистом. Кружочек. Вид, конечно, здесь потрясающий. Кататься, конечно, интересно. Воздух просто свежайший. Страшно? Под низом 100 метров.